Итак, это последний урок нашего бесплатного курса. Надеюсь, вы создадите потрясающие сайты после просмотра данного курса. И у нас остались последние штрихи. Посмотрите, давайте я вам покажу, как править и где вот этот момент. Видите, здесь английские буквы, да? Или отключить. И прокручиваем самый низ и копирайты, да? Где это правится. Идем в админку. Идем в наш шаблон Music Play, заходим в Headers, прокручиваем вниз, и вот наш топ-бар. Можно поставить галочку, сохранить настройки и отключить верхний вот эти вот телефон и email. Вот здесь вверху, да? Или же здесь удаляете, пишете что-то свое, и здесь тоже. Если вы хотите здесь что-то отображать, какой-то текст. И внизу у нас footer, идем на кнопку footer. Также отключить можно футер, то есть вот внизу видите, да, текст тут и тут. Или прописать здесь свои какие-то копирайты, да, ну и здесь. И у меня к вам будет маленькая просьба, у меня на сайте будет вкладка «Сайты учеников». Если вы по моим урокам создадите музыкальный сайт, буду рад видеть ваш сайт на своем сайте. Просто мне на вот этот email присылайте адрес своего сайта. Можете дополнить каким-то описанием. И, пользуясь случаем, прорекламирую свой платный продукт данного курса музыкального, вот этого, по созданию музыкального сайта для начинающих. Если у вас затруднения, у вас возникает много вопросов, много что вам непонятно, то я вам советую приобрести мой курс, где я раскрываю все моменты, все секреты, делюсь своими фишками, наработками, которые я наработал в течение 5 лет. Мой курс можете посмотреть, ознакомиться с ним вот на этой странице. Спасибо вам, что вы просмотрели мой курс, и удачи!